Вот как я готовлю плов, дорогие мои. Сначала в масле вот так обжариваю чеснок. Масло пропитается чесночным запахом. Это будет нечто. Это всегда надо все готовить вкусно. Вот. Мы, мужчины, готовим всегда вкусно. Даже неплохо, чем даже женщины. Вот. Немного огонь снижаем. Берем свежее, вкусное баранье ребрышко. Вот. Бросаем вот такой вот уже кипящее масло. А? Вот так вот. Мяса должно быть много. Много мяса не бывает. Вот. Ну-ка посмотрю. Может, эту еще на одну шурпу оставлю. Вот. Килограмм почти мяса. Вот так вот. Она должна жариться потихонечку. Вот так. Крышкой потом закрываю его. Вот. Но когда уже хорошо обжарится, после этого бросаю вот такой морковь. Смотрите, обратите внимание, как морковь я режу для плова. Можно еще тоньше срезать, но желательно вот так, длинные, вот такие должны быть. Рис должен стоять в водичке после 5-6 промоек. Очередность такая. Сейчас поджарится, потом морковь. Морковь тоже поджарится, чуть-чуть лучка можно бросить. После этого, когда морковь уже мягкой станет, рис, и на два пальца вода должна вот так, на два пальца наступать. Даже может чуть-чуть вот так вот. И все. И плов будет потихоньку готовиться. А чеснока, видите, какой остается, это выкидываете, конечно. Он же отработал.